Она знает все о заботах, работе и мечтах женщин. И уверена, что представительницы этой половины человечества – большая созидательная сила. На заседании правления Гомельской областной организации Белорусского союза женщин выбрали нового председателя. Ею стала управляющей делами областного исполнительного комитета Елена Кличковская. Она прошла профессиональный путь от воспитателя в детском саду до заместителя и директора школы. Работала в отделе образования. Многие годы прошли преимущественно в женских коллективах. Поэтому Елена Кличковская хорошо знает, что беспокоит женщин, чем они живут и в решении каких проблем чаще всего нуждаются. Сейчас в составе региональной организации Белорусского союза женщин почти 13 тысяч человек. Самые масштабные первички в Калинковичском и Жлобинском районах. Задача нового руководителя – не только увеличить их количественный состав. Главное, чтобы женщина чувствовала себя защищенной, имела право принимать активное участие в социально-экономической и политической жизни региона и страны в целом. В системе работы Белорусского союза женщин всегда есть понятие выездные правления, и ближайшее выездное правление будет у нас проходить в городе Минске, это будет 23 августа. У нас есть планы, которые мы верстаем с самого начала года, но вместе с тем по предложениям нашей женской общественности мы рассмотрим обязательно вопрос о том, как на производстве поддерживаются семьи, как создаются условия для того, чтобы родители могли выполнять семейные обязанности. То есть то, что сейчас как модно звучит, да, что рабочие места дружественные семьям. Это очень важно, и всегда очень важна позиция работодателя, которая поддерживает человека, и в том числе о том, он понимает, что человек всегда будет работать качественно и хорошо, если у него дома семья, если дома все хорошо, если он спокоен за своих детей, если он спокоен за то, что у него на рабочем месте будет все в порядке, безопасно, и рассчитывает полностью на взаимопонимание со стороны работодателя. Пока же у активисток областной организации Белорусского союза женщин важные заботы. Нужно помочь собрать в школу детей, которые остались без родителей или растут в многодетных семьях. На очереди и много новых интересных проектов, направленных на то, чтобы как можно больше людей в нашей стране получили искреннее внимание и помощь.